Внимание, будет даваться старт. Старт, где-то старт возглавил бегун и здесь же допустил сбой. И на первую позицию определилась Брусника. Далее Прикуп. Входя в правый поворот, бег возглавила Брусника. Под управлением наездника первой категории Дмитрия Кривозубова. На второй позиции бегун, полем Прикуп. Лошади подходят к отметке первой четверти, впереди Брусника. На второй позиции бегун, на третьей Прикуп. 36,7 секунды. Первая отметка дистанции за Брусникой. Очень уверенно Брусника возглавила бег. По дальней прямой Прикуп пытается захватить бегуна. Ему это удается, и он определяется на вторую позицию. А бегун отпадает на третью позицию. Лошади подходят к отметке второй четверти. Впереди Брусника, на второй позиции Прикуп, на третьей бегун. У отметки второй четверти Брусника. 35,7 секунды. Вторая отметка дистанции. Лошади достаточно плотной группой. Впереди Брусника, далее Прикуп, затем бегун. Лошади входят в левый поворот. Впереди Брусника, на второй позиции Прикуп, несколько отстал бегун. К отметке третьей четверти впереди Брусника. Дмитрий Кривозубов. 34,5 секунды. Третья отметка дистанции. Перехват был у Прикупа. Лошади подходят к финишу, впереди Брусника. Бегун. На вторую позицию бегун, на третий Прикуп. Внимание, финиш.